Добрый вечер, дорогие друзья! Мы присутствуем на пиар-вечеринке ТВ-шанс для талантливых детей. И с нами замечательный юный талант, которого мы сегодня увидим на сцене. Представься, пожалуйста. Анастасия Ваклеева. Здравствуй, Анастасия. Расскажи, пожалуйста, какой номер ты сегодня будешь нам показывать? Расскажи, а где ты занимаешься, в какой студии, куда ходишь, где был подготовлен этот номер? Ну, я хожу в студию «Созвездие» в Кутии. Давно занимаешься? 4 года. Как часто ты участвуешь в конкурсах? У нас сегодня ты впервые, но, может быть, и в других мероприятиях принимала участие, какие-то места, может быть, занимала? Вот такой замечательный талант у нас сегодня на нашей вечеринке. Ну и, конечно, скоро праздник, а сегодня вечеринка у нас новогодняя. Пожелай несколько слов нашим участникам и, ну, конечно, зрителям, которые нас видят. Я желаю всем первый раз, конечно, с Нового года, а второй, чтобы больше выступали на разных концертах, и все у них хорошо получалось. Спасибо большое за чудесное пожелание. Мы будем рады тебя видеть еще на наших вечеринках. Это уже третье. Спасибо тебе большое. Желаю сегодня всем понравиться, чтобы хорошо прошел твой номер. Спасибо большое. Спасибо.